ребят, всем привет. У нас прошло 2 дня тренировок. Мы потестировали Z-ку по сухой кондиции дороги, по мокрой. Вот, машина ведет себя отлично. Сейчас построение на стартовой прямой. Делает организатор фотографию красивую. В общем, мне машина очень понравилась, она очень стабильно едет. Мы сегодня регулировали подвеску, регулировали колею, развесовку автомобиля. Если сравнивать с Сильвией, она ощущается другим все-таки автомобилем, больше похожа на ГТР. Ну и, в принципе, ничего удивительного, ГТР с такой же практически подвеской. В общем, машина чуть грязненькая, сегодня вылетал пару раз. Машина, я доволен. Парно покатались с некоторыми гонщиками, быстрыми и небыстрыми. В принципе, все отработать могу. Завтра у нас квалификация. Мы сегодня последние тренировочные заезды старались проехать на результат квалификационный, то есть чуть-чуть убрали зацеп, и чтобы можно было проехать именно везде по линии. Вроде получилось. Рома с Тимофеем тоже едут хорошо. Надеюсь, у нас получится проехать квалификацию хорошо и, самое главное, друг на друга не попасть. В общем, все окей. Смотрите трансляцию. Увидимся.